«Белка 018». Такое название получил автомобиль для перевозки людей в шахте. Машина проходит испытания в Солигорске и рассчитана на 18 посадочных мест. А от водителя, а точнее оператора, требует мастерства управления, ведь размеры тоннелей не превышают 3 метров в ширину. В Минской области возросло количество интернет-магазинов. Сейчас численность торговых площадок, зарегистрированных в глобальной сети, составляет порядка 2400. Наиболее востребованными становятся сайты по продаже электрооборудования и строительных материалов, а также продуктов питания. Температурные скачки и таяние снега может привести к подтоплениям. Спасатели внимательно следят за гидрологической обстановкой. По многолетним наблюдениям, резкое потепление может привести к выходу из берегов рек Вилли и Немана, Березины и Птичи. Вода может нанести ущерб дорогам, жилым домам и дачам. Кинопремьера, открытие жилого дома и историческая реконструкция. Череда торжеств ждет внутренние войска, которые 18 марта отметят вековой юбилей. А в субботу на линии Сталина зрители увидят постановку, которая отразит ключевые моменты вековой службы. Солдаты и офицеры рекомендуют одеваться потеплее. Млынбай. Новости, достойные внимания.